Что я вам скажу? Как вы поняли, сегодня 5 октября. И из-за того, что, короче, холодно, у меня прям пара изо рта идет. Вообще класс. Первый день у меня идет пара изо рта. Вы не видите? Ну ладно, зато я вижу. Тут еще шишка. Я болею 2 недели. Потом у меня освобождение 2 недели. И после этого... А есть? А, подожди, слэк. А вот это что? Шиш. Нет, почему? Это шиш. В туалет хотела, Катя. Ты слэк вот так показываешь. Я вообще не знаю. Я вот... Ой, там другое. Это бэкстейдж. Ребята, это бэкстейдж, я снимаю тиктоки. Это Катя на гипер. Видишь, все начала отсюда. Значит, она отсюда. Смотри. Ну, получается, я сейчас пока отмечу. Давай начинай еще раз. А вот теперь ты отсюда начнешь. Раз, два, три. Блин. Тик-так, тик-так, тик-так. Какие-то иски идут у нас. И все учителя, которые были, я подарила им подарки. Окей-окей. Смотрите, сколько вот этого. Я забыла про мой влог. Да, ребят, вот так вот выглядит блогер, который забывает про то, что он снимает. Ну как, вообще хотела бы с вами поговорить, наверное, на эту тему, что это вообще такое, откуда взялось видео. Я не знаю, мне просто как-то захотелось снова почувствовать этот, так скажем, вайб, ходить все снимать свою жизнь, как раз таки влог, который сейчас идет, потом все это монтировать, выкладывать, делать обложку, все дела. В общем-то, я забыла. Я поспала. Дай Симвен, Фабу Хуйшан, Тичи Мэн, Чиндой, Чиндой, Янгу. А, не тучи хаума. Вот Зудин Хэнхао. И еще. А, хайоу. Лао ши де куайло. А, ши. Улула. Куай куай. Сои во яу чу. У диэн бан. У диэн бан. Кэй да. Вот. Короче, возможно, в декабре я поеду в Нижний, либо в Москву. Но это только возможно, еще не точно. Вот причем по своим делам, ребятки, понимаете, по своим делам.
Что ж, этот влог подошел к концу. Я надеюсь, что он тебе понравился. И новое мое восприятие на блог, на делание видео вам зайдет. И если у меня будет мотивация, то я буду продолжать это. Вот, пока что процесс снимания дня, когда никто не знал, что они будут в моем, как говорится, влоге, мне понравился. И сейчас мой день на этом заканчивается, мой интересный день. Я думаю, что он был достаточно для вас интересный. Я надеюсь на это. Вот. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не поленились и зашли на мой канал, когда вам пришло уведомление. Потому что вы, конечно же, уже нажали на колокольчик. Смотрели мое видео? Я забыла, как там я говорила. Давайте посмотрим. Я просто сказала пока-пока. Что? Ладно, посмотрим другие видео. Всем привет, ребята, и вы на моем канале. И сегодня... С вами была я, Камиля, и всем пока-пока! Отпад! Зачем?